И как мы знаем, что большинство людей, они не относятся к людям мудрым в этом мире. Да? Мудрецы, как правило, исключение из правил. Значит, если не исключение из правил, то правила – это люди не мудрые. Видите, сейчас даже нельзя называть их своим именем, а в былые времена было можно называть, тогда не было еще вот всей этой политкорректности, да. И по-простому называли глупцами и не извиняли за это. И то надо спросить себя, порой бывает, что есть необходимость находиться среди них. Там, торговля, еще какие-то другие обязательства. Но если нет необходимости, что ты там делаешь? Может быть, неясно тебе, говорит Рабейну Бахья, тот ущерб, который может принести твое пребывание в обществе глупцов. Но тогда я тебе расскажу, я тебе разложу это на составляющие, говорит он. И вот он нам раскрывает это. Он говорит, давайте я вам укажу на несколько видов ущерба. Может быть, вы сами не понимаете, я вам покажу. Говорит, во-первых, есть просто излишние разговоры. Сказал кто-то, вы слышали, что сказали? Говорят, а люди говорят. И продолжительное бессмысленная болтовня. То есть, обратите внимание, речь не идет тут об злословии. Сейчас дойдем до него. Речь идет о совершенно бессмысленном времяпровождении. Интересно, Гаон Мвильна говорит о том, что самое высокое достойное в мире – это учеба Торы. Оно доставляет человеку самое и большое наслаждение. Теперь мы знаем о том, что мир, он всегда уравновешен. Есть правая и левая сторона. Да. То есть, что находится с другой стороны этого мира, то есть со знаком минус, как противоположная история. Говорит Гаон Мвильна, это пустая болтовня. Просто поговорить. А наслаждение, которое доставляет пустой разговор, вот пустой. О чем поговорили? Да неважно, о чем поговорили, а приятно. Да. По наслаждению этого. Он с точностью минус того, что человек занимается Торой. То есть это противоположность мудрости. Это ситрахра, это та другая сторона, которая дает человеку наслаждение, тянет в свою сторону. Главное, не занимайся чьей какой-либо мудростью. Не напрягай свои мысли. Не надо учить Тору. Тору тяжело. Поговорить, а хорошо пошло. Это бессмысленность жизни. То есть использование времени вы просто раз, выкинули в урну. В наше время и многое поменялось. То есть речь идет буквально в последних нескольких годах. Вся реальность поменялась. Людям свойственно уже меньше искать общество и прямого общения с людьми. А они хотят вот использовать это все. Вот как эгоизм им диктует, да, и то, и это, и все, хотят все. Что именно? С одной стороны, вот хочу свое удобство, когда я хочу, и как я хочу этим еще управлять. Да. Но с другой стороны, обязательно хочу иметь связь с другими людьми. Теперь, нет другой реализации вот этой идеи самого сатана, чем так называемые социальные сети. И вообще интернет в целом. Человек находится в этом, прям как и говорят, в сетях. Не может оттуда уйти. Погружен в это. А времяпровождение совершенно пустое в этом. А бессмысленность этого времяпровождения, рассматривание всяких картинок, всяких фоток, всяких непонятных роликов. Даже речь не идет о чем-то запретном даже предположим. Да просто я знаю, это интересно. Человек выходит из этого, он просто отупевший. То есть, по-видимому, это то, что имел в виду Рабейну Бахья с учетом современности нашей. Он говорил, есть излишний разговор, излишнее потребление времени на рассматривание чего-либо, что никакого смысла не имеет. Мы не используем это, мы. А, это интересно. Все работает на воображение человека. Все впустую, в мир ложно. Поэтому, когда человек вдруг останавливается в этом
потоки жизни. И вот, согласно рекомендации Раббейна Бах, я хочу сделать отчет перед самим собой, то одно из разновидностей этого отчета – это подумать, где я нахожусь, на что я трачу время. Тут это кажется какая-то деталь, мы потом продолжим еще. Но это для нас, это бич нашего поколения. Мы растрачиваемся в своей жизни, не помним на что. Люди читают, смотрят статьи, мнения. Знаете, вот это та сказал, о, вот этот выразил свое мнение так. А тут ролик такой. Вот смотрите, а вот мыли вот тут. Вот фото. Вот видите, смотрите. И один другому показывает. И время проходит, и привязаны к этому. Еще прошел час. Новости тут посмотрели, те же самые новости там посмотрели, потом, не знаю, где-то посмотрели, потом в таком сайте посмотрели, а тут так сказали. Убийца времени. А время, оно, если кто-то задумается, время это каждый момент времени, это подарок с небес, который дается нам, который нас оживляет специально для этого момента времени, чтобы дать нам возможность, как испытание, сделать что-то хорошее. А мы это время тратим на попусту. Я уже не говорю по-плохому, на плохое, а просто попусту. То это только что касается ущерба пребывания вот в этих сетях и общении совершенно пустом и бессмысленном. То это одно, говорит он еще, если вы начнете говорить с другими людьми, будет находиться в обществе людей не совсем мудрых, то неизбежно речь пойдет о других людях. Неизбежно. Об их пороках, что они сказали. Начнем говорить о том и представлять людей совершенно в другом, дурном свете. Это уже злословие, но это лишь запрет. Поэтому снова требуется от нас подумать много-много раз, нужно ли находиться в обществе людей, если я с такой легкостью нарушаю этот закон злословия. Находясь среди людей, он говорит, есть еще один бич. Практически неизбежно, чтобы человек пришел к обману и лжи. Он захочет рассказать что-то о себе. Мы когда-то слышали, чтобы человек рассказал о том, что с ним произошло, и при этом не приукрасил свою долю, свое участие в этом. И рассказывает какие-то события, иногда порой он вынужден поменять это так, то есть изменительно, или просто солгать, для того, чтобы выставить себя там в гораздо лучшем свете, или наоборот, чтобы не опозориться. А обман и ложь. Это не тот путь, по которому Тора нам указывает. Тора, она эмет, истина, и надо идти только по дороге этой истины. Еще одна проблема, которую он указывает. Клятвы ложные и пустые. По-видимому, мы можем даже тут не обсуждать. В наше время уже перестали давать клятвы. Да, вообще люди вообще. Раньше, даже поколение передо мной, мои родители, покойные, все их поколения, они все еще говорили, да, когда они что-то хотели сказать, они говорят, клянусь тебе, там. В наше время уже никто не клянется, уже нет чем клясться, вообще, им все равно, верят, не верят. Каждый просто параллельно говорит то, что ему хочется, закончил, да, а теперь ты меня послушай. Тем не менее, когда-то это было очень важно, и так как есть запрет не сдержать свою клятву, то предупреждает он, что общество людей нас порой обяжет клясться, а это не стоит делать. То есть можно клясться, если ты только соблюдаешь, но мудрецы заранее говорят, не надо клясться, шанс, что ты это сможешь соблюсти, он очень низкий. То когда человек идет и ищет общество людей, что может еще произойти, он говорит, смотрите, люди хотят всегда найти иерархию, да, между собой. Естественно, свойство каждого из нас – считать себя выше других. Как же мы, так сказать, явно, что каждый из нас, то есть по круговой системе, считает себя выше другого. Теперь, подобная вещь, что, к чему она может привести? Что в разговорах между людьми один из присутствующих начнет унижать или высмеивать других из пустого легкомыслия. В нашем обществе, тем более, очень принято насмеиваться над другими людьми.
То есть если у некоторых людей вообще привычка такая, что все, что они могут делать, это сразу же найти какой-то недостаток или что-то, как исключение из правил, начать над этим смеяться, тем самым унижать человека. То есть это тоже есть запрет этому. Снова надо подумать, надо проверить себя, дать отчет перед собой. Не дай Бог я такой, а если такой, что я делаю, чтобы я не был таким? Да. Мы говорили много раз, нам свойственно, как выходцам из тех мест, что называется, обороняться. Общество, в котором мы выросли, оно было общество агрессии. Поэтому неизбежно породило в нас свойство обороны. Да, всегда готов. Да, всегда готов говорить. Теперь, как можно было обороняться? Маленькие дети были, дрались. Когда мы подросли, это уже не путь выяснения отношений. И все языком. То есть, когда на тебя нападает, надо было быть циничным, надо было быть человеком с сарказмом, надо было уметь как-то отвечать, надсмеиваться. Целая система была вот этих душевных манипуляций, как отбиться от агрессивности других людей. С другой стороны, это порождало и в нас точно такую же агрессивность. То есть, когда было против нас, мы это замечали. А когда это было против других, наоборот, это доставляло удовольствие, даже не замечая, что мы даже делаем и творим. К сожалению, это зачастую происходит в наших семьях. И никаким результатом это, естественно, что это хорошим не приводит. Надо очень-очень-очень остерегаться этого и постараться искоренить это настолько, насколько можно. Тут он делает вставку. Прямо посередине. Хотя ее надо, скорее всего, сделать там в конце. Непонятно, как она тут оказалась. Но он уже как бы говорит, а как нам вообще реагировать на все эти? Вот есть общение с людьми. Ну, я уже нахожусь среди людей, да. Я вижу вот это пустословие. Я вижу плохие поступки этих людей. Я вижу, что меня они тянут в что-то нехорошее. Как себя вести? Так вот он говорит, находясь среди людей, человек попадает в положение, когда он обязан указывать людям на необходимость творить добро и воздерживаться от зла, исполняя повеление Творца, поучая, наставляя ближнего своего. Тут тему тоже уже говорили много раз, но чуть-чуть повторим. У нас есть непростое повеление в Торе, очень-очень непростое повеление. В русском переводе «поучая, наставляя ближнего своего». Это повеление из Торы. Тохеа, тохеа, это митеха. Что это значит? То есть, если мы видим, что человек делает что-то неугодное, то обязанность того, кто это видит, то есть только по отношению, естественно, к нашему брату, к еврею, указать ему на это. Это первый путь. Второй путь, как вообще бороться с этим, когда мы видим зло среди, вокруг нас. Протестовать, обращая свою речь к грешнику. Да. То есть, протестовать. Называется кольмеха, надо поднять голос и сказать о том, что это неправильно, это никакое, протестую, не надо брать закон в свои руки, не надо ничего конкретно делать, да? Но выразить свое мнение, выразить о том, что это нехорошо, о том, что это не согласно Торе, да. По-видимому, это то, что и как минимум, то, что полагается делать нам, когда мы видим подобное нарушение, да? То есть нужно, называется, публичное несогласие с этим, чтобы не было такого, что человек находился, молчал, все это происходило вокруг него, вопреки Торе, и он как бы ничего не отреагировал на это. И есть третий путь. Порой бывает о том, что, конечно, можно протестовать. Но вы находитесь, я знаю, не дай бог, в концлагере. И вы видите нарушения, которые заставляют, я знаю, властвующие нацисты над вами, заставляют вас там нарушать субботы других людей или что-либо происходит. Конечно, вы можете выразить свое несогласие. Но это закончится пулю в лоб. Нехорошо. А нам Тора говорит, что смерть и жизнь предпочтительны. Поэтому есть третий способ. Третий путь. И этим надо руководствоваться все время. Протестовать против греха мысленно в своем сердце. Как сказано, как говорил Давид, и мир ему, возненавидел я общество злодеев и с нечестивцами не сидел. Хотел бы тут бы остановиться. Тут очень-очень важный психологический момент. Очень-очень важный. Не каждому из нас зло мешает. То есть,
Если нам зло не мешает, значит, какая-то частичка этого зла в нашем сердце тоже есть. Здесь некая какая-то. А если нет этого, и зло нам мешает, по-настоящему мешает. В наше время очень сложно выражать протест, потому что он не всегда может привести к прославлению имени Бога, а наоборот, еще к чему-то может наоборот. Но явно у нас есть полная обязанность протеста в сердце. Вообще надо это развить в себе постоянно, что все плохое, что мы видим, в сердце нужно протестовать. Надо сказать словами, знаете, у нас речь внутренняя, которая идет, да? Прямо сказать внутренними словами о том, что какое зло, как нехорошо, как это плохо. Найти слова, которые выражают негодование по этому поводу. Негодование. Естественно, что жене сказать. Или жена мужа, это неизбежно, видишь, да? Это же как одно тело, да? Но факт тому, что и протест, он необходим. И говорит нам Рабейну Бахья путь, как выполнить эту мицву и не отменить ее. Для многих из нас кажется о том, что если мы видим зло, ну, в наше время, как дальше мы разберем, в наше время уже нет людей, которые умеют других, как по-русски сказать, обучать, наставлять, да, не умеют наставлять других людей. И нет тех, которые могут принять наставление. Молчите лучше, да. Верно. Может быть, нужно и молчать. Действительно, мы не умеем наставлять. Но в сердце, в душе нашей, мы должны быть решительны в этом. Видите, он дает нам возможность протестовать против этого греха мыслительно. И это очищает наше сердце. Это убирает еще ту самую толику зла, которая, да, находится в нашем сердце, которое не мешает нам, когда мы видим этот грех.